Приветствую вас, Тащер КС. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию небольшой хак для вашей игры в ММИ. Как ты понял по названию, этот хак будет связан с радаром. В этом видео будет представлено два вида радара. Из двух предложенных ты выберешь один и на свое усмотрение, конечно же, установишь. Также все файлы, использованные в данном видео, ты можешь скачать по ссылочке в описании. И еще одно небольшое примечание. Бан за это Valve не дает, так что можешь не беспокоиться по этому поводу. А мы начинаем. Для начала я тебе расскажу, как устанавливать эти радары, а потом уже поподробнее рассмотрим каждый из них. Итак, переходим в папочку с CS, открываем папочку CSGO, далее открываем папочку ресурс и находим папочку Overviews. В эту папку мы будем кидать файлы с нашего радара с заменой содержимого, конечно же. И на этом установка заканчивается, после чего ты можешь зайти в CS и благополучно использовать свой новый радар. Первый вид радара, представленный мною в этом видео, более примитивный, и он подойдет для не очень опытных игроков в CS. Сейчас поймете почему. В этом радаре вы можете заметить наименование тех или иных позиций для самых топовых карт ММА. Честно говоря, я сам пользовался данной сборкой и остался очень довольный, так что рекомендую. Второй вид радара более продвинутый и очень-очень качественный. У разработчиков данного радара есть собственный сайт, перейдя на который вы можете скачать абсолютно все карты, которые представлены в списке. Также хочу подметить, что карты резерва, к сожалению, еще находится в стадии разработки, но это не столь важно. По вашему желанию вы можете следить за обновлениями этого пака и скачивать новые сборки вручную. Теперь поподробнее рассмотрим текстурки этого радара. На данный момент это единственный радар, в котором проработано все до мельчайших деталей, включая ящики, подъемы и спуски, а также закрытые помещения. Рекомендую данный пак абсолютно каждому, ведь от таких мелких, но приятных мелочей в CS становится играть намного комфортнее. А на этом у меня все. Буду тебе абсолютно благодарен за лайк, а также очень признателен за подписочку на мой канал. Всем удачи, ребят, хороших тиммейтов, пока!